Старшеклассники массово сдают нормы ГТО. Начался учебный год, и молодые люди приступили к видам спорта, для которых необходима хорошая погода. Надо сказать, что сегодня им с этим повезло – бег и метание спортивных снарядов. Нужно, чтобы получить золотой знак, нужно 9 видов выполнить. Поэтому к марту, я думаю, школьники, те, которые хотят, они это сделают. Но мало все равно получать значок. Ну, это все-таки тяжело. Это нужно быть действительно хорошим спортсменом или физкультурником. Дмитрий Царицын осуществил так называемый «золотой бросок». Метнул гранату почти на 40 метров. Отличник привык добиваться побед во всем. В целях не только лучший спортивный результат. Золото ему нужно в первую очередь в учебе. Для некоторых спорт, конечно, главнее. Но для меня, наверное, сейчас учеба стоит больше. Понятно. Остальные нормы ГТО как сдаешь? Ну, думаю, что все хорошо будет. Ранее такая система, как ГТО, использовалась только в Советском Союзе и существовала до конца 1991 года. До этого момента организация действовала 60 лет и включала в себя всех граждан возрастом от 10 до 60 лет. Воскресенские же школьники будут сдавать нормативы в течение всего года. Чтобы получить золотые значки, им придется приложить немало усилий и в других спортивных дисциплинах. Старшеклассники заинтересованы в этом еще и потому, что выполнение ГТО дает дополнительные баллы при сдаче ЕГЭ. Татьяна Колганова, Евгений Стародубов. Новости Искровект.